Всем привет, дорогие друзья! С вами Механик и Алекс Фреш. Всем привет, дорогие друзья! Давненько мы никуда не выбирались, поэтому сегодня у нас поездка на рыбалку в The Crew 2. Ты сделал такую паузу, будто ты хотел сказать City Car Driving. Не хотел, тебе показалось. Так, ну что, ты затарился? Вот тут мы в магазинчике остановились. Да, народ, пишите, что бы вы взяли на рыбалку, там, я не знаю, водку или удочки там и так далее. Или пиландеполу. Да. Так, я, пожалуй, из салона слушай, поеду. Слушай, а что за... У меня светится, типа, вы ведете свою любимую модель транспорта для земля. Ух ты. Я просто интересно. В гараже поменял ее, чтобы ее затюнить. А эту и многие другие игры вы можете купить в моем магазине. Лучшие цены и 100% гарантия. Ссылка в описании. Ух, ничего себе ты попер. Это в пол? Да. Слушай, ну ты очень уверенно идешь, я тебе скажу. Слушай, мне что-то... Какой градус у тебя стоит? 540? Да, примерно 540. Ой, по коллизии. Ё-моё, ну что такое? Я по коллизии зацепил, серьезно. Что-то непривычно, или я давно не играл, или... По коллизии зацепил. Так серьезно, физически не дотронулся, искры полетели. А где тут салон? На С. Че там? Короче, просто скрин приборки и все. Ни скорость не показывать, ни, да ладно. Ни стрелок. Серьезно? Вообще ничего. Просто знаешь, вот принтскрин какой-то и все. Вот и покупайте Рено, ребят. Вот и покупайте Рено. Капец, такая халтура вообще. Да чтоб тебя! Откуда вы встречка прете? И кстати, и руль как в джиге. Не было, не было, и поперли. Квадратный? Да. Ну вот, а игра стоит не 90 баксов. А-а. А дороже. Хотя нет, дешевле стоит. Но в разработке точно дороже. Ну снаружи прикольно так. Я не могу тебя догнать. Я еду на 5-й 150. Даже не знаю, у меня 6-я есть. О, 6-я есть, прикольно. У меня в горку что-то слишком много. Гольфец мой вообще не едет. Трафика очень много, я поначалу вписывался жестко в него. Тут не врезался. Ну именно врезался. Я просто так выразился. Я думаю, что сегодня мы доедем до яхты и уже с яхты порыбачим. Как тебе такая идея? По-моему, very interesting. По-моему, мы так еще не делали, но обычно мы все с берега, а тут как бы, ну... Можно попробовать. А ты же не рассказал, по-моему. О чем? Что там ждет? Что там ждет на том... А на том берегу... А я просто сам еще до конца не знаю. Я так посмотрел в интернетах. Забудки. Я понял. А это что сверху такое? Железка или что это? У тебя стейдж первый или что там у тебя тырил? У меня прошивка, да. Ну ты видел, у меня капот какой, как на колени спорт стоит. Ребята, чуть позже покажу вам капот себе поставил. На колени спорт. На гольфа. Только я не помню, у меня какой, R-ка или GTI? Мне кажется, GTI, наверное. Ну я тоже думаю, что GTI-ка. R-ка слишком жирно. А у тебя как он называется? Что это, Clio RS? Меган, по-моему. Меган это, да? Да. Короче, от капота решил прокатиться. Впервые за 70 лет. Ого. Все прикольно. А у тебя там, наверное, горб на капоте, да? У меня нет. Ты этот в мешке? Ну, думаю, да. В израильском примерно. В пакете даже, я бы сказал. Нормально едет. Кстати, трафик пропал. Весь причем. У тебя дорога хоть есть на карте? Да. А я проложил туда же. Ты, блин, трафик вообще не видел. Блин, притер меня ты. То есть я тебя притер, а то, что ты полотбойника снес, это не считается. Да это не считается.
Тоже отбойник был. Ну, неплохо вообще. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел, красавчик. Гольфец едет. Не, гольфец отличный вообще. Он самолет падает. Я видел, да. И трасса такая. Ой-ой-ой, что это? Ой-ой-ой. У тебя тоже, максимальная, да? Скорость асфальт какой-то. Асфальт 8. Скорость асфальта или что-то такое. То есть, по сути, машина стоит на месте, он просто рулем, а асфальт сам летит вперед? По идее, да. О, трафик. А, все, у меня... Ты только что в отсечку дал, или у меня 6-я? У меня отсечка. А, то я услышал, думаю, что за фигня. О, 282 отсечка, дубасит вовсю просто. Как написано в инструкции. Ух, вот это хорошо было сейчас, пока ты меня не ударил. А я тебя ударил, да? Да. Поменяю камерку на салон. Кстати, у меня планшет стоит какой-то в салоне. Так ты же говорил, у тебя принтскрин. Или именно приборки принтскрин? Приборки принтскрин? Не, планшет тоже не работает. Просто видно, что типа планшет какой-то. Так у меня тоже не работает навигация вот эта стандартная. Нет, так iPhone понятно, не работает. Приборка вообще нету, ни километров, ни тахометра. Я понял. И стрелок тоже нет, да? Нет. Жесть. Вот ничего, ты покупай новую ничего. Тачку. Тебе надо ее по гарантии обратно сдавать. Это все равно, это французики вот эти вот усатые. Усатый, с усиками, жирный с такими. Французик. Парил нам. А я тебе говорил, бери ВАГ. А ты нет, нет, возьму Рено. Говорил, бери Туарег. Говно Рено. О. Особенно Дастер. А что тебе Дастер не нравится? Да вообще просто не нравится. Но у меня, знаешь, вот как есть людей бесит машина Nissan Жук, вот меня точно так же Дастер бесит. А Жук ничего, по-твоему? Говно. А который с начинкой от GTR? Тоже говно. Не знаю, мне кажется, интересный проект. Ну, можно начинку достать и выкинуть. Тогда и Жук можно выкинуть. Жук выкинуть, начинку оставь. Не могу тебя догнать. 265 еду. 256. 267. 257. Ну ты, я на 10 километров быстрее догнать не могу. Как это работает? 270. Ну, судя по карте, догоняешь. Ты чуть оленя не сбил. А ты просто виляешь, я не могу пакет твой поймать. Ой! Это ты что сделал? Зачем так? Не знаю. Отсечка. Отсечка. У тебя на 6-й, что ли, отсечка? Да. Ты сам можешь ровно ехать? Я-то ровно еду. Слушай, ну это... 280 отсечка, до этого было 282. Мне кажется, так быстро на рыбалку мы еще не ездили. И так далеко. Ну, на самом деле, не так далеко. По-моему, мы сейчас подальше ездили. Сейчас на ровне ездили. Тупо идем. Кстати, тачки тупо одинаковые по скорости. Но у меня стейдж первый. Да. То есть сток на сток, я думаю, ты быстрее. Ты видишь, да, что я слева от тебя иду? Ой! Я почувствовал тебя. Чего ты говоришь, не поворачивай так резко? Да. Я вроде вообще плавненько шел. На SE можно карту увеличивать. Серьезно? Угу. Работает? Да. Но, мне кажется, отдаленная поинтереснее. Ну, такая, типа, которая маленькая. Не, ну она отдаляется, смотри. Ты видишь, там больше видно. А, реально. О-о-о, пошел, смотрите, пошел. Я не в пакете. Ну, что ты делаешь-то? Ты фарами мне светишь в багажник. Глянь, врезался в меня. Нет. Я притормозил же специально, чтобы не врезаться. У меня и звук был этот, и жопа помялась. Да? Еще никак не затянется жопа моя после тебя. Ладно, я буду аккуратен в следующий раз. Столбы снова в воздухе. Видишь, все причем. Да, ну я на это внимание не особо обращаю, потому что у меня монитор-то не 4К, поэтому мне тут видно только приборку. Ух, хорошо вписался. Нормально.
дорога была нормально, раз пошла влево. Дружеский вправо. Толчок мне только что было написано. Можно в твой толчок сходить? А как это вот? Марк. А как это вот, ну вообще, дружеский толчок, как это? Вот так это вот. Вот я тебя подталкиваю. Нет, ну вообще в жизни, не в игре. Не знаю, прям в жопу дышу тебе. Обошел. Подул. Помазал зеленкой и подул. Все звучит как-то двусмысленно, но речь идет исключительно об автомобиле. Да я впереди тебя еду, как я могу тараниться? Ты из салона едешь, да? Да. Поэтому таранишься, зеркал-то у тебя нет. Ух ты, поворот какой шикарный был, да? Правильный насколько. Типа под наклоном. Блин, ну... О боже, это кто был? Мопедист. Это трафик был или человек? Я думаю, человек. Направо. Да я вижу. Да что ты там видишь? А ты думал, я дал-дал ушел, да? Дал-дал. Дал-далыч. Дал-далыч. А ты-то где? А я включил паузу. Я посмотрел карту, остановился, посмотрел карту и сходил навалить на медведя. Это как вот это, музыканты там какие-то хавали, там что-то навали, да? Не, вот это весенний лес. А, я понял. Помнишь песню такую? Я-то знаю. Слушай, такую. У меня глюки или снег идет, или это такие блики с тачки? Ну, я никакого снега от не фонари. Вижу. Просто фонари не горят, а у меня какие-то блики такие странные. Блин, ночь уже. О, ночная рыбалка, кстати, тоже неплохо. Ночная рыбалка, там эти налимы ловятся, по-моему, или как-то так они называются, рыба. Которая ночью выплывает, ее фонариками так мы будем светить в воду. Они будут выплывать. Я хотел сказать, что у меня коленки, как у женщины, а потом вспомнил, что я, в принципе, в игре за женщину играю. Коленки, как у женщины? А как ты посмотрел? Коленки видно в салоне. А мне не видно. Мне только ноги сами видно, вот там, которые на педали жмут. То есть, получается, ноги коротенькие, в принципе. Или педали длинные. Скорее, ноги короткие. У тебя ноги коренные. Ноги коренные москвичи. Это как я когда был малой, вот это понял, показывали по телеку вот этих дедов всяких усатые, которые там рассказывали, типа там... Которым по 180 лет? Какие-то там банды, там кого-то убивают, понял? Дедов, которым по 180 лет или каких дедов? Ну да. И рассказывали, типа, ряд нападают на москвичей, короче, понял? А что, ну понимаю, что есть Москва, есть москвич. А они ряд на москвичей, я думаю, ну походу нападают только на людей, которые ездят на москвичах. Думаю, чем они им не понравились? А там банды, типа, понял, нападают на москвичей, думаю, на людей, которые на москвичах ездят. Думаю, что ж такое там? Ты сразу такой понял, что москвич мне не нравится. Да. Себе такую машину я не куплю. Я не хочу, чтобы мне нападали банда. Да. Не хочу быть москвичом. Вау. Мы правильно поехали? Ну, очевидно, да. Пришлось даже скорость сбавить, потому что закончились границы дороги и страшно стало. Мне кажется, я на габаритах такое ощущение, что еду. У меня вообще света нет. И просто в темноте еду. Свет, включись. Ощущение, будто графон в игре поменяли, да? Вот как-то освещение стало другое ночью. Да вообще не видно ни хрена, просто темень. Такой и дымка такая, знаешь, будто лес сейчас, и тут будет этот... жесть какая-то. Чучука сейчас начнется. Какая-нибудь черная машина, внедорожник. Типа Тахо какой-нибудь или Сабурбан без фар просто начнет сзади таранить. С баклажанами на борту. Не знаю насчет баклажанов, скорее без баклажанов. Смотри, снег лежит. Мне кажется, это соляное озеро, нет? Да. Вот, что ж ты говоришь, снег. Ну, это типа... соль. Вот он издалека так сильно слепил фарами этот грузовик, а вблизи но нормально. А как вообще фары включить? Слушай, у меня нет фар. Ощущение, будто график ночью поменялся. Или просто погода так совпала, помнишь? А, хотя у нас было один раз, что погода так совпала, что ночью офигенно было. Наверное, совпала так погода, да? Может быть.
Ох! Я, короче, на 6 еду и не переключаюсь уже, я задолбался туда-сюда ее. Так а я все это время тоже на 6 ехал. Поэтому и догнать тогда не мог, да? Ну вот я на какой-то скорости не могу тебя догнать. А вот на максималке, в принципе, получается, особенно если пристроиться сзади. У тебя, по-моему, максималки там на 5 км в час больше. Да, наверное. Вот ты сколько в пакете едешь? 280 ехал. Блин! Все, я разбился. Жестко у меня разбился. Вот в пакете тоже 280, но если со спуска, то 282 в пакете. Ну, 283 там что-то такое, 281, как-то так было. А, то есть получается, что именно вот прям одинаковая максималка. Да, да. Пять км осталось. Блин, а тут реально красиво едешь тогда, так прям... Красиво, но шикарное. Не хватает света, вообще ничего не вижу, я дорогу света не вижу. Света фар не хватает. Да, хотя бы ближний был бы, уже было бы что-то. Вон, даже эти, едет трафик, у него и фары горят. И он уже что-то видит перед собой. А тут ни фонарей нет вокруг, ничего нет. Хэтчбэк всему голова. Это тебе достижение какое-то? За 50 километров на хэтчбеке дали. А я типа не проехал 50 километров еще? Или у меня не хэтчбек? Вау! Ты проехал поворот. Торочник искал, хотел развернуться эффектно, в итоге уехал в поле. Ну-ка. А такой, а вот смотри, когда камеру снаружи делаешь, то фары как будто горят. А я снаружи катался, типа оно красиво смотрелось так. А из салона вообще фар нет? Из салона фар нет и темно. Очень плохо, но снаружи красиво. Ну типа задние фонари как-то прикольно выглядят на самом деле. Слушай, а как мы на яхте сейчас поедем? Никак. Темно, на яхте лучше не плавать. Ну просто можно затусить. Ночная рыбалка. На азовского бычка сейчас пойдем. О. Почти доехали, кстати. Тут авария масштабная. Все с тобой? Не, сначала трафик врезался друг друга на перекрестке. Фура снесла легковушку в бочину, там все вымерли, как динозавры. А потом я туда въехал. Как та Навара, да? Ой, разорвало, как Навару. Типа да, наверное. Вообще не видно дороги, но... В принципе, я уже приехал. Где-то здесь оно. Слушай, а здесь прям такой этот... Причем ехали парк. Вообще ничего не было, тут раз только со спуска, и тут прям... Трейлер-парк. Ох, вообще, тут жесть, сколько яхт. Сейчас будем... О, он, чувак спускает, по-моему, нашу яхту как раз, смотри. На воду спускает. На фарде. Парусная наша, да, или какая? Ну, парусник, да, ну там и мотор есть. А я поеду туда, подальше от тебя. Ну, а что это? Посмотрю, сейчас выберу себе яхту. Ну, я вот на этой, наверное, сейчас спустим. Опачки! Что, нормально? Там можно проехать, да? Да, тут хорошие яхты стоят. Так. Сейчас, короче, тут покатаюсь, посмотрю, какую мне выбрать. Я наконец-то услышал звук выхлопа своего. Приятно звучит, оказывается. Слушай, ну вот эти... Во! Во! Смотри, какая. Вот это такая элиточка прямо. Да? Да. Дорого-богато выглядит. У тебя там есть? У тебя там такая же, по-моему, стоит. Я не могу развернуться. Я запутался. Вот. Я возьму вот эту, пожалуй. Как раз утро. Смотри, что мы всю ночь ехали, что ли? Рассвет. Да. Так. А я выберу... Ребят, как вам мой гольфец? По-моему, бомбово выглядит просто. Бананы лопала бомба. Е-е-е. Ну красота, тут ничего не скажешь. Прям очень красивое место.
куча яхт. А по идее, здесь, значит, где-то выход идет еще и в какое-то... В море, наверное, да. В океан. Да. В океане. А, ну давай. Вот. Че, выбрал, что-то нашел? Да, вот уже делаю этот. Ну, смотрю просто, как оно будет со стороны смотреться красиво. Ну, тоже я посмотрю, в принципе, тогда уж. Раз такое время пошло. Давай, твои последние слова. Ребят, всем пока. Пока-пока, ребят. Спасибо за просмотр. Да, всем пока.